Всем привет, друзья! Меня зовут Твикли, и сегодня в GTA 5 люди-пауки сошли с ума. Да, наши три человека-паука полностью обезумели, и они решили ограбить целый банк. И даже не один, а сразу несколько. И, друзья, да, всем привет, меня зовут Твикли, и добро пожаловать в мир модификации для GTA 5. Сегодня я установлю мод на ограбление. Я решил, почему бы, собственно, мне не ограбить банк за Человека-паука и взять с собой еще двух Человеков-пауков. Я подумал, что это реально крутая идея, и поэтому мы сегодня вот такую чисто командой будем грабить, черт возьми, банки, да. Ну и, конечно же, перед началом, так сказать, наших деяний злых, попрошу тебя влепить свой лайк, подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Мне правда будет очень приятно, если ты все это, конечно же, сделаешь. Ну и, конечно же, приятного тебе аппетита, если кушаешь, приятного просмотра. Ну а мы начинаем, поехали. И да, мир GTA-шки достаточно суров и жесток, и наши паучки, когда в него попали, стали абсолютно такими же. Собственно, у них появились, конечно же, пушки. Мы не будем сегодня использовать никакие паучьи способности, потому что это будет слишком легко, то есть мы банк ограбим как бы в два счета. Поэтому я решил, что сегодня мы будем использовать достаточно много настоящих оружий. Да, и с помощью них мы и будем уничтожать наших полицейских и, соответственно, грабить наш банк. Ну чё, пацаны, я думаю, то, что мы готовы, вы уже тут полностью вооружены как бы до зубов, да, и, друзья, напишите в комментариях, как бы вы назвали нашу команду. Мне, правда, будет очень интересно почитать и узнать ваш ответ, конечно же, в комментариях. Ну что, давайте, наконец-таки, приступать и побежали, ребята, к нашей тачке. Сейчас вам покажу, какую тачку мы сегодня будем использовать для наших поездок и, соответственно, какую тачку мы будем использовать для отхода. Так, поставил ее, по-моему, где-то здесь, рядом с этим домом, только вот мне сейчас нужно найти адекватный спуск, я не хочу падать. Так, по-моему, спуститься можно только здесь. Там паучки, не знаю, вообще будут за мной идти или нет. Короче, надеюсь, то, что они, конечно же, ко мне прибегут. Да, и вон спуск я уже вижу. Ну и сразу скажу, мы, короче, для начала разомнемся, конечно же, пограбим там различные банкоматы, потом мелкие банки, ну и потом отправимся реально на большое дело, грабим самый большой банк в Лос-Сантосе. Я думаю, то, что это будет реально легендарное ограбление, так как не каждый не увидишь то, что Человеки-пауки грабят черт возьми банк. Так, короче, я сейчас оббежал полностью здание, наших паучков, короче, тоже сюда привел, потому что они там немножечко запутались. И, короче, да, друзья, вот наша сегодняшняя тачка. Это Tesla Model X. Но не совсем обычная Tesla, это паучья Tesla. Здесь даже номера Spider. Ну и давайте, конечно же, в нее сядем. Здесь, мне кажется, мы должны спуститься, спрыгнуть. Вот, и поедем к нашему первому банкомату. Так, наш ближайший банкомат находится прямо здесь. Ну, в принципе, давай к нему поедем. Или давай немножечко подальше, не хочу сейчас сюда ехать, потому что тут еще рядом находится наш центральный банк, и не хочу сразу же привлекать внимание. Давай-ка мы, наверное, съездим вот в эту вот часть города и ограбим вот здесь даже два банкомата. Ничего себе, давай-ка вот этот выберем и поедем сейчас туда. Так, ну что, паучки, давайте уже присаживайтесь, садитесь в тачку, и давай-ка, конечно же, посмотрим салончик. Значит, вот наши паучки, у нас, как ты видишь, красная тачка на синем салоне. В принципе, я, наверное, это уже говорил или не говорил, не помню. Короче, спускаемся вот так вот осторожненько и едем к нашему. Да уж, наверное, уже весь город догадался, то, что это не совсем обычные Человеки-пауки. Это у нас криминальные авторитеты, криминальные, так сказать, боссы, гроза всего преступного мира и так далее. И, короче, нам сейчас нужно здесь аккуратненько так свернуть. И, в принципе, мы уже почти реально приехали к нашему банкомату. А точнее, даже к двум банкоматам. Так, я думаю, то, что на правила дорожного движения, в принципе, должно быть пофиг. Мы сегодня должны все грабить. Так, где-то нужно тачку сейчас так вот оставить, чтобы сразу же уехать. Все, пауки, давайте выдвигаемся на наше ограбление. Сразу же берем нашу пушечку. Так, и давайте начнем грабить наш банкомат. Итак, ну конечно. Ой, что у нас пушка тут, я не понимаю. Так, окей, ой, там уже стреляются. Ё-моё, надеюсь, паучки меня защитят. Так, а как тут взламывать, а? Я даже не помню. Ё-моё, глобальная сеть, внешнее устройство. Вот, да. Так, здесь, видимо, нужно нажать вот сюда, вот. Ой, а здесь у нас такой мини-квест, ну давай-ка сейчас его быстренько пройдем. Так, хопа, вот таким вот образом. На самом деле он достаточно легкий. Не знаю, почему я его с первой попытки не прошел, но да ладно. Вот так вот, и еще
немножечко. И давай последняя буква. Отлично, все, пароль мы получили. И получается, теперь мы взломали наш банкомат. Да, давай-ка, паучок, быстрее все забирай. И хорошо, и за нами сейчас будут, походу, гоняться копы. Так, пацаны, давайте скорее садимся. Хотя, стоп, мы что, лошары, что ли? Давай-ка второй тоже сейчас быстренько ограбим. Давай-ка реально за вторым тоже. Мы как бы сюда не просто так пришли. А, я не могу здесь грабить уже, ты прикинь. Здесь типа одна точка, нам нужно чисто сейчас от копов уехать. Я тебя понял, ну хорошо. Давайте, паучки, скорее садитесь, уезжаем. Так, давай, отлично, Андрюсел. Давай, Тоби, тоже садись скорее и валим отсюда. Давай, 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 все, хорошо, уезжаем. Так, нам сейчас самое главное скрыться. Быстренько. Да что ж Тесла такая неуправляемая-то? А, что за фигня-то, ее заносит, капец. Я уверен, то, что в жизни она намного лучше управляется, но что-то в GTA-шке с ней какая-то полная жесть творится. Что это у нее с тормозами, я не понимаю. Так, хорошо, давай-ка начнем поскорее отсюда сваливать. Так, спокойненько, копов, кстати говоря. Ой, тут копы, я немножечко не туда выехал. Все, нафиг отсюда, давай, валим, скорее, скорее, скорее. Так, пофиг, поедем вот так вот. Так, спокойненько, тут можно так вот съехать. И мы отлично свалили от наших копов и получили 19 тысяч баксов. Сейчас тут немножечко, короче, передохнем. Давай-ка мы сейчас зайдем, наверное, вот сюда вот. И сейчас еще организуем наш, собственно, второй план. Второй план по ограблению. Да, сейчас мы поедем грабить не самый большой банк, но тоже, собственно... Итак, ну что, друзья, у нас сейчас на дворе, собственно, стемнело. Наши паучки сидят в машине, и мы уже с ними, так сказать, обсудили план. Короче, поедем мы сейчас грабить, наверное, вот этот банк. Он, собственно, находится тут совсем неподалеку. Вот мы на карте. Нам тут проехать буквально один или два квартала. Короче, находится у нас вот здесь вот. И сейчас мы туда выдвинемся. Да, это пока что не самый крупный банк. Самый крупный банк, как я говорил, мы оставили напоследок, когда будет ночь. Сейчас у нас немножечко стемнело. Собственно, на дворе уже у нас вечер. И сейчас мы отправимся грабить вот этот вот самый банк. Ну что, погнали. Надеюсь, то, что наших паучков и сейчас не повяжут. И мы сможем немножечко попозже грабить уже самый большой банк в городе. Итак, ну что, мы уже с паучками, собственно, подъезжаем. Короче, на красный свет нам, естественно, пофиг. Нам реально на все пофиг. И вот наш банк. Так, ставим так чисто тачку для отхода. Ну чё, паучки, вы готовы? Я думаю, то, что, конечно же, готовы. Погнали, погнали, погнали. И всем стоять, нафиг, это ограбление. Всем лежать, паучки. Давайте доставать свои пушки. Так, и вот наше хранилище. Вот здесь, только сначала нужно уничтожить, конечно же, камеры. Так, давай-ка одну камеру, вот так вот вторую. Так, паучки, вы там давайте с полицейскими пока что разбирайтесь, а я буду тут камеру так вот уничтожать. Так, где еще камера? Вот еще камера. Все, по-моему, это все. Так, или не все? Подожди, где еще камера у нас? Вот это тоже камера, но я ее вроде бы уничтожил. Так, подождите-ка. По-моему, еще одна камера должна быть в хранении. Вот здесь, точнее, в хранилище. Да, и, в принципе, можно уже наконец-таки взламывать наше хранилище. Так, все, поставили нашу дрель. И сейчас она пока будет работать. А вы, пучки, идите, давайте, охраняйте меня. Чего вы тут стали? Давай, Эндрю, Тоби, идите меня охранять. Сейчас полицейские приедут, нас повяжет, и все, никакого больше ограбления у нас никогда в жизни не будет. Так, ну что, дрель практически уже справилась со своей работой. Еще немножечко, и мы зайдем отлично в хранилище. Ну, наконец-то, как же долго я этого ждал, и вот наши деньжата. Так, идите-ка сюда. Так, и мы сейчас забираем алмазы. Ничего себе, вот это, кстати, раньше я никогда в банках не видел. Реально, я когда грабил банки за других персонажей, то тут были либо баксы, либо золото, но чтобы алмазы, я их реально здесь ни разу не видел. Ну и хорошо, мы уже заработали почти миллион долларов. Офигеть просто. Так, все, отсюда мы забрали. Хорошо, и забираем еще наше золотишко. Давай-ка тоже сюда. И давай все это быстренько забираем. Надеюсь, что другие паучки пока что меня охраняют. Ну это, конечно, реально полная жесть. Только в GTA-шке можно видеть, как Человек-паук, даже три Человека-паука грабят банк. Это просто что-то невероятное. Ну что, паучки, давайте сейчас, в принципе, приготовьтесь, потому что там будет сейчас куча полицейских. Давайте скорее садимся в тачку, уезжаем, тут и спецназ, и полицейские, скорее, нафиг нужно отсюда валить, у нас целых 5 звезд, 5 звезд, офигеть. Так, и потенциальный куш у нас 1 800 000. Так, спокойненько, до свидания. Да что ж ты будешь делать, а, да дай проехать, ну что ты такое стоишь, а? Все, отлично, скорее уезжаем. Так, поедем по вот этой вот трассе, я знаю, где там, в принципе, можно свернуть, чтобы спрятаться. Спокойно, все, нафиг валим, бедная наша Теслочка, ну посмотри, как она разогналась, да ё-моё. Паучки, живите! Паучки, живите!
Офигеть, что это такое просто-то, а? Так, ладно, мой первый план не удался. Давайте поедем по вот этой дороге, хотя тут можно спуститься. Так, спокойно, все, нафиг, валим. Так, тихо, тут еще какая-то авария из-за полицейских. Да что ж такое, там у нас паучок еще показывает непристойный жест. Так, спокойно. Так, там у нас полицейские съезжают с горы, поэтому туда мы не поедем. И нужно сейчас чисто ехать. Что он показывает? Ты че, Эндрю, там совсем что ли офигел? Да что вы в меня тараните? Че я вам сделал такое-то, а? Там что, копы под прикрытием или что? Че за фигня-то, а? Так, давай-ка сейчас сюда вот свернем, вот так вот спокойненько, и поедем вот в эту вот сторону. Так, нормально, все, вроде бы свалим. Опять тут копы, да что ж ты будешь делать, а, бедная наша Тесла. Я, конечно, могу ее сейчас починить с помощью трейнера, но я этого делать не буду для, так сказать, интереса. И мы сейчас чисто поедем без ремонта. Кстати, может тут так свернуть аккуратненько и поехать чисто вот таким вот образом, спокойно. Главное, в воду не вылететь. Так, тихо, паучки, живите. Так, об дерево стопят. Хорошо. Так, все, я где-то здесь. Нужно сейчас нам скрыться. По-любому где-то здесь. Так, спокойненько. Вот так вот съезжаем. Так, главное, не в воду. Главное, реально не в воду. Так, все отлично. Мы тут едем, и у нас уже скинулось 3 звезды. Это очень хорошо. И все, главное тут чилить, и нас полицейские никогда в жизни здесь не найдут. И да, ограбление пройдено. Отлично. Первое ограбление у нас сегодня прошло успешно. Я очень рад. Ну что, паучки, вы готовы к настоящей жести? Прямо сейчас, точнее, немного попозже, когда уже стемнеет, ночью мы с вами отправимся на самое настоящее ограбление самого большого банка в Лос-Сантосе. Итак, ну что, на часах у нас уже целых 3 часа ночи. Я думаю, то, что наши паучки готовы отправляться в наш самый большой банк Лос-Сантоса. Находится тут он очень близко, и в принципе, да, можно реально уже потихоньку выдвигаться. Я думаю, то, что сейчас самое время, чтобы грабануть банк. Я думаю, то, что у нас все выйдет, и потом можно казино как-то грабануть, но это уже в другом выпуске. Так, и нам тут ехать совсем недалеко, то есть осталось тут всего лишь 500 метров каких-то. Ну, еще нужно где-то нашу тачку грамотно припарковать. Давай-ка мы сейчас проедем здесь немножечко вперед. Так, и, собственно, вот наш банк. Хорошо. И давай-ка тачку оставим где-то здесь. Так, я думаю, то, что не слишком далеко. Можно, в принципе, вот сюда вот в переулок ее поставить. Вот так вот. И до нее, я думаю, мы успеем добежать, и все останутся у нас целыми. Так, ну что, пацаны, я думаю, то, что вы все готовы. Давай-ка, Тоби, выходи из тачки. Ребята, погнали грабить наш банк. Так, пацаны, ну что, с двух ног залетаем. Побежали. И поехали, друзья. Так, залетаем в банк, и все. Всем стоять, это нафиг ограбление. Так, а ну-ка, давай-ка, до свидания. Вот так вот, на нафиг, хорошо, -1. И давай-ка -2. Все, все нафиг лежать. Ой, челик, кто сейчас на кнопку нажмет, и все, сейчас полицейские, походу, к нам приедут. Так, нам сейчас самое главное, нужно взломать хранилище, и погнали, вот сейчас вот так вот, собственно, мы тут что-то сделаем. Установим вот такую штуковину. Так, ребята, вы пока что меня там охраняете, не знаю, и, ой, сейчас как рванет, а, хорошо, и можно, в принципе, сейчас взломать еще тут одну калитку. Так, спокойно, всем нафиг лежать. Так, окей, погнали дальше вот сюда, вот так же ставим такую же штучку, и у нас уже 4 звезды, да уж. Ну что, давай быстрее уже там. Хорошо, все, погнали, ребята, погнали вниз. Так, главное сюда иметь при себе пушку. Так, сейчас нужно вот тут вот нам будет взломать вот эту вот штуковину. Так, а ну-ка давай. Сейчас будем взламывать нашу контрольную панельку. Так, так, а тут у нас вот такая вот, значит, мини-игра. Значит, мы тоже здесь должны попадать. Так, хопа, вот сюда, хорошо, вот так. Думаю, то, что мы сейчас первый раз, да, конечно, все пройдем. Так, давай-ка, и финальное. Хорошо, давай-ка, хорошо. И наше хранилище открылось, ребята, поехали. Ехали внутрь, погнали. Ой, еще тут нужно открыть, конечно же. Открываем таким же способом. Интересно, там еще много таких калиток будет? Нет, вроде бы все, можно забирать наш кэш. Наконец-таки, наши денежки. Отлично, так, а ну-ка давай-ка сюда. И все, забираем. Так, давайте-ка сюда денежки, давайте-ка. И мы с вами заработали уже 500 000, даже больше, 600 тысяч, 700 тысяч, офигеть просто. И хорошо, отсюда мы все забрали, просто супер. Так, и погнали, теперь заберем вот здесь, вот, а ну-ка давайте-ка тоже сюда. Так, итого у нас 2 745 000. Все, ребята, скорее убегаем сейчас. Ой, извини, Тоби Магуайр, я реально случайно. Все, побежали, ребята. И тут сейчас по-любому будут наши полицейские, поэтому нужно быть реально наготове. И да, полицейские приехали, ё-моё. Так, ребята, давайте, стоп, а где Эндрю Гарфилд? Вот он, хорошо, все, давайте, ребята, выходим и чисто сейчас начнем стрелять. Давай-ка сразу возьмем РПГ, вот так вот. И до свидания, пацаны, на нафиг, хорошо. Все,
ребята, давайте-ка отсюда нафиг валите всех. Хорошо, все, пацаны, быстрее бежим, 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 бежим. Нам нужно скорее в тачку для отхода. Давайте, давайте, скорее, скорее. Надеюсь, что они все будут живы. Чего они идут пешком? Да, давайте, ребята, скорее. Так, все, садимся в тачку, хорошо. И нужно сейчас паучков наших тоже забрать. Давай-ка. Пацаки, давайте-ка скорее присаживайтесь, потому что там полная жесть. Давай-ка мы сейчас тоже возьмем что-то. Ой, не радио. Почему я радио взял? Так, давай-ка сейчас возьмем вот эту вот узишку. И так начнем чисто их расстреливать. Все, до свидания. Мы, короче, уезжаем. Да уж, бедная. Наша Тесла, она сегодня за выпуск реально настрадалась. Хорошо, проезжаем. Так, здесь резко вот так вот сворачиваем и поедем, наверное, в сторону Вайнвуда. Так, ну и все, сваливаем. Правда, тут за нами вертолеты, тачки, не самолеты и так далее. Хотя самолета все-таки нет, но все же. Главное, ни в какие тачки полицейские не врезаться. Их вот так вот все профессионально обходить. И можно, в принципе, спокойно от них реально удрать. Может быть, поехать по горам, вот здесь так чисто свернуть. Хопа. И это реально рабочая тактика. Главное, чтобы наша тачка не перевернулась. Спокойно, паучки, держитесь там, паучки, нормально. Все, едем вот здесь вот. Хорошо, спокойненько, вот так вот сейчас выйдем здесь на дорогу. Главное, вот не врезаться в такие в текстурки. Вот этого я больше всего боялся. Как хорошо то, что это у нас не GTA San Andreas или GTA Vice City, а то бы наша тачка сейчас загорелась и все. Хотя она, в принципе, так сейчас может загореться. Спокойно, 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 валим. Ё-моё, что просто происходит? По-моему, я немножечко не туда поехал. Ну ладно, нормально, нормально, сейчас мы выезжаем вот здесь вот. Хорошо, спускаемся, давай-ка быстрее, давай-ка, давай-ка, хорошо. Ну, ладно, не очень хорошо. Если что, тачку мы, конечно же, постараемся поменять, потому что наша Тесла уже полностью разваливается. Так, и все, нафиг, сейчас уезжаем вот здесь вот. Фух, наконец-таки мы подальше уехали. У нас осталось всего лишь-то две звезды. Просто посмотри на нашу тачку, это реально полная жесть. Так, и по-прежнему две звезды. Все, главное сейчас чисто на копов не натыкаться, так вот аккуратненько их объезжать и нафиг свалить желательно, конечно же. Так, ну, надеюсь, то, что хотя бы здесь нас не заметят, потому что я уже очень долго сваливаю, и это реально полная жесть. Ты просто посмотри на нашу тачку, это просто ужас какой-то. Так, давай-ка мы где-то здесь сейчас остановимся и где-то здесь спрячемся, наверное. Так, хопа, выходим, все нормально, и вроде бы, черт, копы сюда едут, да что ж ты будешь делать, да? Так, они, надеюсь, нас сейчас не заметят, давай-ка мы сейчас тут где-то спрячемся, вот так вот. Надеюсь, что они просто проедут и нас не заметят. И да, вроде бы мы прошли, отлично, и получили достаточно много бабосиков. Так, ну все, вроде бы копы от нас отстали, и да, сегодня мы сделали самое большое ограбление в GTA 5 с модами. Фух, это было реально тяжело, я очень долго сваливал, но у нас все с паучками получилось, я очень рад. Ну что, вот такой вот видосик у нас сегодня получился, я надеюсь, что он тебе понравился. Если это так, то, конечно же, влепи свой лайк, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать, и чтобы наши паучки скорее вылечились, потому что ты просто посмотри, какие они ранения сегодня получили. Ну а с тобой был я, Твикли, это была GTA 5 с модами, я не прощаюсь, а говорю до новых встреч, друзья.